Список кандидатов в депутаты путем тайного голосования утвердили единороссы. В бюллетене членам партии предложили 45 фамилий. Ранее их утвердили на внутрипартийном голосовании. Потенциальные народные избранники также приняли участие в заседании политсовета правящей партии, на котором, ко всему прочему, прозвучал отчет о работе местного отделения за первое полугодие 2015 года. Партия очень серьезно подходит к отбору самих кандидатов. И прежде всего проводится внутрипартийное голосование, так называемый праймерис. Вот долго мы этим занимались, и сегодня, по большому счету, уже утверждаем на заседании политического совета партии «Единая Россия» Сочи именно тех, кто стал победителем на праймерисе, именно тех наших единороссов, которые, на наш взгляд, достойно будут представлять членов партии в городском собрании Сочи. Конечно, мы очень надеемся на наших депутатов, которые будут реально помогать нашим горожанам. Уже сегодня утвержденные политсоветом кандидаты могут подавать документы в избирком. Напомню, выборы депутатов городского собрания Сочи 5-го созыва, а также выборы губернатора Краснодарского края пройдут в единый день голосования 13 сентября. Последний же день регистрации желающих выставить свою кандидатуру на муниципальных выборах 29 июля.